В первых числах июня мы рассказывали, как проходила приемка пляжей и о том, что несмотря на то, что они готовы к летнему сезону, купание запрещено до отмены ограничительных мер в связи с пандемией. Хотел бы предупредить граждан и жителей города Ярцево, Ярцевского района неукоснительно соблюдать те ограничительные меры, которые определены постановлением губернатора, за что, кстати, предполагается административная ответственность. Режим повышенной готовности продлили до 22 июня, но зато установилась жаркая погода, и народ выдвинулся на пляжи. Вы пляжный сезон уже открыли? Ну да, в некотором роде. Угу. Часто сюда ходите? Ну, относительно редко. Вот второй раз пришли за первый месяц. Скажите, пожалуйста, а вас не смущает, что, в принципе, еще действует ограничение? Ну, как бы, если посмотреть, тут каждый находится вдалеке друг от друга, держит дистанцию, поэтому все в порядке. Вот рядом с вами очень много мусора, вот это вас не смущает? Если честно, сидели, я так не замечал, только вот сейчас сказали, увидели. Вот так выглядит пляж сегодня. Спасателей нет, урны переполнены, буйки убраны. А все потому, что официально пляж закрыт. Но ярцевчан это нисколько не смущает. Здесь все нормально так. А вот в магазин, как заходишь, там только требуют. Вот приходите по два, по три человека только. Заходите, остальных надо на улице ждать. Вот сколько я здесь хожу уже, наверное, седьмой день уже сюда хожу, ни разу не видел его, спасателя. Ну, видимо, потому что купаться еще нельзя, не разрешили. Ну, вас это не смущает? Купаться, ну, вообще такая водичка, что золотая. Вас не смущает, что столько народу, хотя ограничительные меры все-таки еще действуют? Ну, все-таки тоже люди сохраняют некую дистанцию между собой. Вот. Наверное, в такую жару трудно удержаться и остаться дома. Хочется все-таки уже поплавать, все-таки лето. С одной стороны, понять людей можно. Всем надоело сидеть дома, да еще когда погода, прямо скажем, пляжная. Но вот закон есть закон, да и безопасность превыше всего. Случись что, а спасать-то будет некому. Да и горы мусора убирать тоже. У нас еще действует масочный режим, ограничения некие. Вот вас не сняли уже давно? Нет, у нас продлили до 22 числа. Я с Москвы приехал, я не знаю. Часто сюда приходите? Да, каждый день. Вы не купаетесь или купаетесь? По-разному, наверное. Да, по-разному. Но я вижу, вы сидите так вдалеке ото всех, то есть какую-то социальную дистанцию соблюдаете. Да, мы пытаемся держаться отдельно от других людей. Купаетесь отдельно сами. Скажите, ну вообще вам нравится вот в каком состоянии сейчас пляж? Ну, конечно, пляж нравится, песок привезли, мы заметили, скамейки поставили, ну вот мусор, что ребенок приходит, убирает даже сам. Часто сюда приходите? Ну, уже третий раз, так, позагорать, птичек послушать, ну, так, чуть-чуть зайти и выйти. Скажите, вот из плюсов и минусов, вот обозначьте, что нравится, что бы еще хотели бы здесь увидеть? Ну, хотелось, чтобы мусора поменьше было. Вот там видно, да, вот смотрите, сколько мусора. А так, ну, в принципе, все нормально. Может быть, зонтики неплохо было бы, когда жарко. Ну, а так все нормально вроде бы. Я вижу, что вы подальше от всех лежите. То есть какая-то дистанция у вас соблюдается? Естественно, конечно. Мусорят люди? Сами, да, конечно. Хотелось бы, может быть, чтобы люди понимали, что они здесь же сами и купаются, и сами же вот это все делают. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Не стоит забывать о том, что купаясь до официального открытия пляжа, вы рискуете здоровьем и даже жизнью. К сожалению, буквально сегодня на Банном озере утонул мужчина 1983 года рождения. Все подробности в нашей передаче смотрите завтра.